За 3 месяца этого года на территории области произошло 72 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В них 7 человек погибло и 70 получили травмы различной степени тяжести. В 22 случаях наезд на пешехода был на пешеходном переходе. Один человек погиб и 26 получили травмы. Для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в Засвияжском районе прошел рейд. Целью данного мероприятия является предотвращение нарушений, связанных с непредоставлением преимущества движения пешеходов, за которые водитель платит штраф в размере 1500 рублей. Нарушение правил дорожного движения пешеходом влечет же предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей. С начала года на территории области выявлено около 5600 нарушений ПДД пешеходами. За непредоставление преимущества пешеходам наказано более 10600 водителей. Уважаемые пешеходы, переходим проезжую часть дороги в специально определенных местах по пешеходным переходам. Лилиана Рахматуллина, Андрей Полянский, новости Ульяновской правды.